ежедневная газета «Жахавурт» пишет. Власти Армении или представители военного ведомства избегают говорить, какие именно территориальные потери сейчас имеет Армения. Сколько боевых позиций мы потеряли или вернули после военных действий 13 сентября? Ежедневная газета «Жахавурт» направила в Министерство обороны Армении официальный запрос следующего содержания. Предоставьте на данный момент четкие данные или карту. Какие позиционные преимущества есть у противоборствующей стороны? Какие преимущества и потери есть у армянской стороны? Сколько армянских постов взял азербайджанская армия? В ответ Минобороны сообщило, что в настоящее время проводятся необходимые работы по корректировке, сравнению и анализу, по результатам которых будет представлена соответствующая информация. Другими словами, с момента военных действий прошло 17 дней. Но Минобороны все еще проводит анализ. Отметим, что вчера в Гигаркуникской области заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Аракелу Мартикяну также был задан этот вопрос. Но Мартикян снова дал уклончивый ответ. Интересно, почему Министерство обороны скрывает правду? Пишет газета. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.